Нам вчера министерство утвердило схему теплоснабжения города Одессы. Что это значит? То есть, немного в историю. Последний раз такая схема в городе была утверждена в 1985 году. По нормативам она должна обновляться раз в 10 лет. То есть мы понимаем, да, насколько это было актуально и как долго город жил без схемы теплоснабжения города. Начали мы эту работу, активно этим мы начали заниматься, ну, 2 года назад. Сначала был это период разработки, потом экологическая экспертиза. Мы сейчас это получили, это подробную инструкцию. Вот. И мы уже четко знаем, какие первоочередные задачи, что нам необходимо сделать в первую очередь и какие это последующие шаги, чтобы работа нашего это ТГО стало более эффективно. Поэтому там, как и это капитальный ремонт в этом ряде котельных, так и там это где-то замена котлов, где-то модернизация. Также речь, помимо энергоэффективности, там очень большое внимание уделяется экологии, что безусловно важно. Вот. И естественно, все эти факторы, в том числе, за собой должны это повлечь более качественную услугу для населения.